Они добровольно сдают свою кровь, чтобы спасти жизни других людей. В минувшую субботу в России отметили Национальный день донора. К этой акции присоединились и депутаты регионального парламента. Заместитель председателя Александр Милеев посетил станцию переливания крови. Подробности расскажет Ксения Баканова. Сначала сдача анализов, затем процедура. Для депутата Александра Милеева это уже не первая сдача крови. Донором стал в период пандемии коронавируса. На фоне вакцинации запасы крови начали снижаться, образовался дефицит. Поэтому и решил помочь. Что необходимо, кто может прийти и частичку своей крови отдать тем людям, которым она поможет в этой жизни. По словам депутата, очень важно проводить популяризаторскую работу. И в первую очередь с молодежью, чтобы донорство становилось хорошей устойчивой традицией для самарцев. Сама сдача крови – это такая достаточно серьезная нагрузка на организм. Ну, как бы ее можно приравнять так, к бегу на 10 километров. Если человек, донор, сдает постоянно 4 раза в год, то это такое тренировочное воздействие на организм, что повышает уровень здоровья. Специалисты отмечают, донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.